Во Франции продолжаются массовые беспорядки. По последней информации, число задержанных превысило 1300 человек. Многим из них не больше 14 лет. Пострадали 79 полицейских. Подожжены или повреждены 234 здания. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию. По его словам, на протесты в стране повлияли онлайн-платформы и видеоигры. Напомню, митинги вспыхнули во Франции после убийства полицейским 17-летнего подростка в городе Нантере за неподчинение стражам порядка. По факту возбуждено уголовное дело, стрелявшему предъявлено обвинение в преднамеренном убийстве. Платформы и социальные сети играют значительную роль в происходящем в последние несколько дней. Мы видели, что некоторые из них, Snapchat, TikTok, использовали для организации митингов и имитировали насилие. Есть также ощущение, что некоторые выходят на улицы, играя в видеоигры, от которых они опьянели. В ближайшее время мы примем меры по контролю этих платформ.